стержень стрелы. Так, статуэтка фея. Сейчас. А вот и наконечник. И что теперь еще? Тетива нужна. Ну да. Надо понять, как оповестить фей о моем присутствии. А ну-ка. Пыль пикси. Ритуальная чаша. Так. Тут я еще не был. Ну давай ритуальную чашу. Нет? Стоит хорошенько подумать. Пыль пикси, на. Мне не по себе от этого места. Гнездо слишком хрупкое, надо чем-то достать. Так, перья. Так, это стрелой, что ли, выстрелить? Из лука. Задача выполнена. Нет, отец, прости меня. Я должна была прийти раньше. Прежде чем ты на концерт Кобзона попал. Какая же ты доверчивая. Теперь тебя ждет та же участь, что и всех твоих братьев, маленькая негодница. Нет, по ощущениям, перемены уже начались. Надо поторопиться. Я спрашивал у лесных фей о проклятии ворона. Они не знают, как его снять. Но мне сказали, что песочные люди могут помочь. Мне нужно призвать одного из них сюда. Для этого надо провести некий обряд. Мне понадобится ритуальный огонь, пыльца светящихся грибов, заклинание. Меня укусил паучий. Времени мало. Кажется. А что тебе кажется? Так, ну тут явно какой-то не хватает. Статуэтка песочного человека. Проклятый камень. Тетива. Так, вот тетива. Теперь лук готов. Давай выстрелим. Что? Нет? Так, а что ж делать? Сюда выстрелим. Руины храм. Эти руины все.
те, что осталось от некогда славного храма Луны. Так, вот здесь СПП. Я так понимаю, что здесь СПП. Тут что-то надо. А, щипцы. Тут должны быть какие-то щипчики. И они нам в дальнейшем очень пригодятся. А щипчики вообще-то, как и все в этих играх, ювелирные какие-то, драгоценные. Так, что тут? Вот это вот что? Одеяло. Вот он. А теперь вот такой кругляшок и звездочка. Так, где кругляшок? Вот он. Нет. Так, непонятно. Вот звездочка и... А при чем тут кругляшок до щипчиков, а? А ну-ка. Вон оно как, щипчики. А щипчики надо... Где у нас там гнездо? Вот оно. Вот статуэтка песочного человека. Сразу за мостом виднеется какая-то деревенька. А как туда пройти? А какая-то магия. Проклятый камень. Не, придется переосмыслить эту идею. Лесная тропа. Вот, деревянный глаз. Кожаный мешочек. Ну-ка. Молоточек феи. Молоточек феи. Кожаный мешочек. Так. А ну, давай. Кожаный мешочек, проклятый камень, не канает. А, молоточек феи. Изумрудный глаз. Так, совет заряжается. Давай быстрее. Так, сюда что-то надо. А, надо в мешочек собрать. В
пыльцу этих светящихся грибов. Хорошо. Так, пошли на руины храма. Давай грибами. Нет. Что такое? Тю. Здесь надо что-то растолочь. Так, изумрудный глаз, проклятый камень. Чё, двигаться дальше? Мамулечка, сваливаем. Переставим статуэтки так, чтобы их руки образовали непрерывную цепочку. Ага, это и есть пресловутые песочные люди. Так. Так, есть. А это? Нет. Вот так, вот так. Тут можно переставлять и наверх, наверное. Сейчас. Вот так. Нет. Сейчас. Сейчас. О, так тут даже подсвечивается. Ясно. Твою мать. Сейчас. Thank you.
о, тут есть, а теперь... Ура! Так, и вот мой круглый камень. Сейчас. Ничего себе! Ко мне наделили эту кору волшебством. Так, сейчас быстро. СПП. Символ песочного человека. Две части найти. Такой крючок и вот такой вот. Так, это нашли. А теперь типа крючочка. Символ песочного человека. Так, ну-ка. Судя по записям отца, здесь должна стоять ритуальная чаша. Надо разжечь ритуальный огонь. Ух ты! Я знала, что эти грибы волшебны. Теперь надо прочесть заклинание. Получается, я призываю песочного человека. Я обещала отцу, что спасу своих братьев, и я выполняю обещание. А вот он и песочный человек. Really? Who calls a sandman in the middle of the day? Что такое? Кто в...